You have no silicone. Hello. Hello. Timur, nice to meet you. Привет, дорогой. Как у тебя дела? Хорошо, спасибо. А что ты делаешь здесь, в Эстлингене? Ты можешь мне сказать? Я приехала на горельонный фестиваль. А что, я тоже? А ты что здесь делаешь? То же самое, видимо. Und ich kann den Moment nutzen und euch ein bisschen einander vorstellen. Ja. Das ist Irina. Irina. Kozlova. Guten Tag. Aus St. Petersburg. Ich bin Eckhard Hirschmann. Kannst du Eckhard zu mir sagen? Ja. Eckhard. Und das ist Timur. Guten Tag. Freut mich sehr. Nice to meet you. Ja. Timur. Eckhard ist mein Name. Oh. Danke dafür. Also, wir haben gedacht, dass wir uns hier unten begrüßen, denn irgendwie möchten wir ja gerne jetzt auch gleich Kontakt aufnehmen zu den Glocken. Ich möchte nur wenige Sätze sagen zu den Glocken, aber für Sie ist es ganz bestimmt ja auch sehr interessant. Gut, also wir schauen jetzt nach oben. Glockenturm. На башню колокольную. Und da oben hängen 29 Glocken. Точнее, вы не видите, там висят 29 колоколов. Man kann von hier aus auch, glaube ich, erkennen, отсюда, мне кажется, dass es sich um ein elektromagnetisches Glockenspiel handelt. Речь идет о электромагнитном коррельоне. Вот так проходят уличные коррельонные концерты в Германии. Спасибо.
Оркестр размещается прямо в здании ратуши города Эслинген. И будет играть прямо из окошек. Над ратушей установлены колокола, связанные по электротрансмиссии с клавиатурой. Рядышком же Екатерина, наш дирижер и организатор фестиваля. Звуковик, который будет сводить все воедино звучание. Там под аркой стоят музыканты, которые будут играть на ударных и медных. Все вместе создат необыкновенный стереоэффект, да, Екатерина? Да. И вот мы уже слышим первые звуки знаменитого марша Черномора из оперы Руслана и Людмила Глинки. А вот и наши музыканты. Отличный, сумасшедший, невероятный проект вот-вот состоится. Всем привет из Штутгарта! Что еще делать в Штутгарте в ночи, если не кататься на самокате? Сейчас я нахожусь в Хохшуле в Штутгарте, и здесь в одном кабинете сразу три органа, клавесин, рояль, еще один клавесин, физгармония. Но самое главное, что на всем этом можно заниматься ночью. А вот это настоящий хаммер-клавир, предок рояля.
Интересно, надписи на этом старинном итальянском органе тоже со времен Древней Италии? Да, каждый, кто учился... Здесь... давай тоже здесь был Тимур. Еще один кабинет с органом. Просто, конечно, мечта здесь поучиться, поиграть. Эпохи Брамса, Мендельсона, то есть ранний немецкий романтизм.